Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, мы болтаем, мы разговариваем, да? Давай. Хайрли кун, дуслар! Исенмесис. Я очень сильно рада, что мы сегодня, ребята, с вами встретились. Я так скучала, я так нервничала и переживала, что этого мероприятия не будет. Гребаная пандемия и гребаный ковид. Давайте уже все с ним попрощаемся и оттусим сегодняшний день. Ребята, сейчас я хочу вас познакомить с нашим стендом, показать, что мы здесь натворили вчера ночью. Мы сейчас с вами находимся в греческом парке, в заброшенном греческом парке. Есть прекраснейший фонтан, много зелени. Мы вам привезли сегодня очень много, много новых вкусов. Линеечка, вода, воздух, земля. Здесь у нас сзади получается зона продаж и есть шикарнейшая зона B2B, лаунж-зона, где можно посадить свою вкусненькую мягкую попку и отдыхать. Ребят, знают или не знают многие из вас, что на фестивалях мы продаем наш табачок с шикарной вкусной скидкой. Обязательно на следующем фестивале, я же буду молиться, он будет обязательно, вы приходите и закупайтесь нашим табачком. И как всегда для наших любимых мужчин, наши прекрасные дамы. Девочки, давайте быстренько познакомимся. Влада, Кристина, Олеся, Даша. Девочки, ну кто свободен, а кто нет? Нет, не замужем. Замужем, я буду свободна. У-ху-ху! Знакомимся, не знакомимся? Нет, не знакомлюсь. Нет. Сегодня? Ну, конечно. Да. Ребята, вообще-то я для вас этих девушек привела и сказала, чтобы они одели боди без лифчика. И никогда, никогда не верьте девушкам на слово. Сейчас мы находимся в святая святых в кальянной зоне, где наши мастера, как китайчонки на конвейере, забивают чашечки и меняют их каждые 15 минут. Каждый вкус максимально вкусный, максимально открытый для вас. Мы привезли сегодня линеечка вода, гранат, из линеечки воздух, вкус лици, марула и дыня. Дыня? Дыня! Диан, расскажи свои впечатления. Новые вкусы наши, воздух пробовала? Да, конечно, пробовала. У нас сегодня 4 новых вкуса в линейке воздух. Это марула, очень необычный фрукт, африканский. Сложно описать его как фрукт сам, если вы не пробовали его, конечно. Но если рассказывать ощущения при попкоре, это сладкий тропический микс с легким кислым послевкусием, вот особенно на вдохе. И маленькая свежиночка, она это все так сглаживает. Просто великолепный вкус. По нему ни одного плохого отзыва не слышала. Еще у нас рядышком с ним стоит бузина. Есть Melon Halls. Это дынный Halls. Больше похож на дынное мороженое. Очень крутой. И лици. Да, очень интересный вкус. Личи в сочетании с цитрусом. Кто-то говорит, что цитрус там преобладает, но я думаю, что это из-за того, что личи сам по себе очень насыщенный, яркий, поэтому ему нужно, чтобы его контролировал кто-то. Это как раз цитрус. Вот так. Такой немножечко капризный вкус, а оказывается... Ребята, вообще-то наша Диана не хуже наших моделей. Я хочу вам, знаете, что сказать? Если что, она, блядь, занята!
Марула – это мега-топ, правда. А гранат на теплой колбе мне не понравился. Ну, скорее всего, потому что теплая вода была просто в колбе. Я хочу попробовать гранат, когда вы мне пришлете его на обзор, заплатите денег, ну, как обычно, собственно. Я возьму деньги, попробую гранат и такой, о, это же топ из топов. Ну, ну конечно, и Гагарин не продажная тварь. Шучу, шучу. Я продажная тварь, я продажная, ребят. Знаешь, что он мне сказал? Я, говорит, не хочу, спасибо. И вам? Понравилось. Это хорошо. Вкусненький гранатик. Мы так много продали, что устали уже, не можем разговаривать даже. Что больше всего берут? Ну, естественно же, появился воздух, и сейчас воздух летит очень хорошо. Ну, прям много забирают воздуха. И это что? И это радует. А вообще, я Даэлю люблю, она мой топ. Она мой топ. А Далия и Даэлия – это мой топ, братцы. Курите элемент, курите правильные кальяны. Он... Он, короче, не хочет с нами разговаривать. Что ты думаешь, как вообще будет история с фестивалями? Это серьезно или так, у нас веселенькое интервью? Как хочешь. Ну нет, серьезно, сложно, сложно. После с ноября вступают в силу новые законы, и мы не знаем, как дальше будут работать фестивали. Если еще по поводу открытых летних, когда на открытом воздухе более-менее можно что-то сделать, то закрытые в помещении очень сложно. Я не уверен, как это будет работать. Если несерьезно, то да вообще все будет классно, нам пофиг. По поводу нашего табака, я видела, ты попробовал, да. Новый Байкал, вкус. Байкал топ. Байкал очень понравился, потому что он именно такой, как напиток. Он очень натуральный, не химозный, не бьет. Ну, то есть, я удивлен был, да. Прикольно. А Марула, вот мы у кого не спрашивали, все говорят, бомба, бомба. Ну, я единственный здесь, по-моему, кто знает, из какого, откуда это, как бы, да, это африканский фрукт, напиток, есть такой ликер Амарула, мне он очень нравится, и я был удивлен, что кто-то сделал такой вкус, это прикольно, молодцы. Это очень радует. Ну, а как наш стенд? Ваши стенды всегда в топ-3 любого мероприятия, абсолютно. Это правда говорю, всегда у элемента очень красивые стенды. Спасибо большое, Антон. Вам давай спасибо. Обниматься. Вам спасибо. Итог из нашего диалога с Антоном. Он очень серьезный молодой человек. Ну и, конечно же, мы хотим верить и верим его словам, что фестиваль Джон Кальяна будет. Зимний фестиваль ждет нас. Раз, два, три, четыре. Руки выше, ноги шире. Как ваши дела? Превосходно. Все шикарно, все великолепно. Покурили наши новые вкусы? Обязательно. Что больше всего понравилось? Дэнни Холлс. Вот нормальные люди. Нормальный вопрос, нормальный ответ. Как вам вообще отдыхается у нас здесь в випке? Великолепно. Просто самый лучший чил во всем фестивале. Марик, ты попробовал наши новые вкусы? Да, но не все. Марула хорошая. А ты знаешь, что такое марула? Ты мне говорила уже, это картошка. Это тайская картошка. Вам, мне кажется, идеально бы сделать вкус чак-чака. Вы, как, наверное, лидирующая компания Казани, вам необходимо сделать вкус чак-чака. Ты понимаешь это? Это мед, тесто, что-то типа такое. Будет вкус? Ну, а потом все... Узкомыслящие люди будут говорить, а, понятно, Казань, татарка. Ну, конечно, наши было делать вкус. Все татары очень добрые, красивые, хорошие люди. Я не отрицаю, татары. Никто плохого говорить не будет. Еще один молодой человек, еще один новый кандидат. Так, а у тебя в пиджаке чак-чак есть? Даш, ну ты оценила, нет? Я специально сделала это все. Нет костюма, нет костюма. Классический пиджак.
такие штанишечки. Темно-синий, черный цвет. Просто крышеснос. А потом уже все остальное. А Марик? А? А Марик? Это кто? Ну что, дорогие друзья, к сожалению, это мероприятие Джон Кальяно Саммер 2020 год, как говорится, подошел к концу. Как-то и радостно, и тоскливо. Охота и домой, охота и остаться. Очень сильно надеюсь, что будет еще зимний фестиваль, будет Хуга Клаб Шоу. Будем молиться всем богам, чтобы наш закон сказал нам: ребят, делайте то, что вы хотите. Творите, курите, любите, так как я вас очень сильно люблю. Ребята, мы всей компанией «Элемент» безумно рады, что в этот день мы собрались все вместе на этой невероятной летней вечеринке, которую мы все очень ждали. Самое главное – это не отчаиваться. Никакая пандемия, никакая болезнь, никакой вирус нас не победит, потому что вместе мы невероятная сила. И мы вас любим. И до встречи на следующем Джон Кальяно. Ребяточки, пожалуйста, вот сейчас самые трудные времена. Сплотитесь и делайте вещи. Потому что сейчас наша индустрия требует того, чтобы мы стали лучше, чтобы мы стали сильнее, чтобы мы делали то, чего мы хотим. Я надеюсь, что каждый из вас примет правильное решение. Ну и курите, конечно, элемент. Курите правильные кальяны. Хотел бы, чтобы наша индустрия, она развивалась, конечно же, пережила этот промежуток, не самый благоприятный для нас. И чтобы эти фестивали повторялись с каждым разом все лучше и лучше, все качественнее, и наш рынок пополнялся разными новинками.